Так что по формам? Могу последнего добить. Рыба есть вот. Чё, Лен? На первой платформе пиво, на второй андонидс, я внизу на трэше. Штором бегаешь с пивом, торт бегаешь с андонидсом. Чек на пул. Лорус, чего не хватает? Сейчас смотрю, что-то кулак не вижу. Его не будет. А, ну все тогда. Платформу занимайте, пульт. По магам бафни каску, чтоб петов бафнул. Как подлетит пульс, сразу пиво. Стоит рэп, ты на меня есть что? Трэш на пули уж и сел с первого раза на зап.
ужин. Пиво завис. Да, пиво завис. Ягодный торт к краю подойди, чтобы танк забрал Алара маленького. Я не настолько быстро, что с первого на четвертого. Шторм, встать можешь? Берите, пожалуйста. ШВ кончен. Ну, я думаю, лучше упасть. Падаем. Во-первых, бежишь ты. Короче, было спрыгнуть. Это во-первых. Во-вторых, форму кота. Плюс 30% к скорости передвижения. Не забывай включать на этом боссе. Ты бежишь в медведе с обычной скоростью. Скорость кота не забывай включать. Облик кота не забывай включать, когда бегаешь на Аларе. Ну, Слав, я знаю, но я не виноват, что пиво выдать. Нет, ты просто скорость кота не забывай. 30%. А у меня что-то такая быстрая у кота скорость, чтобы я прям мгновенно с платформы... Ты очень вот сильно лагаешь. Ты сейчас лучше говоришь так, напиши в чат. Я виноват. Вот, спекни с танка, потанчи сверху тоже. Нет, ты не виноват. Просто я тебе говорю, как сделать лучше, чтобы ты передвигался быстрее. Прочитай талант ветки «Сила зверя». 30% скорости передвижения в облике кошки. Передвигайся на оси, конкретно на Аларе, в облике кошки между платформами. Тогда будет отлично. Вот тебе линканули талант. Начну тогда на первый. Да, ты на первый наступил. Раз, меня слышно, не? Слышно. Да висло нахуй, все. Ставь рыбу.
Как подлетит пуль? Нужно подойти поближе. Слишком далеко. Не достаю. Слишком далеко. Вага, на тебе уголь. Ой, сори. Держу курс. Сейчас.
Вейдится один вага, подвигайся. Нет, нет, вот, вот сейчас ты под боссом уж. Пока выбер, для второго. Повезло. Хорош. Ты смотри, что там? Почиво. Что там ты хотел? Не знаю, про что ты. Эй, Бенни, эй, Кодал. Между прочим, все лошади у нас. Эй, Бенни, между прочим, вы не на той стороне реки. Нормальный у вас. Как он называется? Маршрут. Так а чё, убили бы звезда, чё ты, чё, какая разница? Да не, робот интересный босс. И кроме того, там падает пистон. А ещё ты пять. А ещё запах. В натуре. На эти запы можно молиться. Не, молиться надо на кисти рук Скеля. А чё там? А ты их видел? Не. Молиться надо на Келе. Ща, найду линка. Как тебя, Войт? О, нифига себе. Намек, что был с сунсетом, понятен сразу.
Вот только они в магазинах не хотят добавлять, гады. Кого же убили вроде? Вот я и жду, его убили. Так его на той неделе убили. У нас там один человек ливнул, а в восьмой пати паладин сидит. У нас одного бафа не хватает. Возьму байера, паладину будет еще один баф. Там убило что-то с интернетом прям. Жестко это пидрозит. Тебе плечи нужны, Дарт? Ну ты их сейчас брать будешь или брать байера? Пиво, а ты в Дискорде? Почему? Ты уверен насчет Честа на успех? Да. Белый робот. Нужно подойти поближе. Я робота не вытащил, что он меня. Слушай, да у меня вроде раздуплилось, давай, помоги.
что за самарский.